Сегодня у меня на столе вроде бы такие несовместимые продукты. Но из них получается очень хороший соус с орехами. А вот у меня здесь брынза, масло, чеснок, орехи, сметана и зелень. Буду готовить при помощи миксера. Он для этих целей очень хорошо подходит. Сначала я возьму мельницу. Загружу сюда орешки. Так. И без насадки, потому что насадочка там уже есть, орехи передроблю. Теперь сюда загружу чеснок и зелень. У меня петрушка и укроп. Укроп пойдет весь, а петрушки, конечно, много не надо. Вот так вот веточку. Закрываю мельницу. Вот так вот, еще немножко. Можно так немножко встряхивать. Мне сейчас не нужно. Теперь беру мерочный стаканчик, ложку, брынзу, подойдет любая брынза всех сортов, так, масло, такой хороший солидный кусочек, и немножко, наверное, разомну его. И 100 грамм сметаны. Теперь беру миксер, одеваю универсальную насадку. Так, и начинаю все это дело перемешивать. Еще немножко постараться, и все хорошо будет. Так, пока сторон. Теперь засыпаю сюда орешки. Сыр надо было сначала порезать, правда, на кусочки, потому что мне пришлось немножко постараться, чтобы взбить. Получилось? Получилось. Такой довольно мощный миксер, что при помощи него можно все сделать. Так, теперь наша зелень чесноком. Так, ничего не оставляем, все пригодится. И немножко посолить. И продолжаем взбивать. Все, чудесно. Все, соус готов. Смотри, какой он получился густой, насыщенный такой. Так, думаю, он очень хорошо пойдет с черным хлебом. Сейчас мы это проверим. Ну-ка. Грибы хлеба вот так. Вот. Так его очень хорошо используют для фарширования помидоров свежих. Он очень сочетается с помидорами хорошо. Наполняю.